Всем привет! Сегодня мы на аккаунте Алексея, моего подписчика с ником Кьеза. Он предоставил аккаунт на роллинг под акцию, акция коллекционер и акция на трату самоцветов. Ну, коллекционер самое жирное и интересное — это 15 эктоплазмов можно получить, Фрэнки. Ну и Бигфут можно получить 5 сет ремки и ложный выпад. Тоже довольно-таки неплохо. Ему на аккаунте не хватает ворожея и гаргула, как он сказал. Сейчас посмотрим. Аккаунт вообще без доната. В принципе, тогда все логично. Сейчас мы найдем его алтарь. Я надеюсь. Очень люблю искать алтари на чужих аккаунтах. Вот он. Ну, 39 тысяч. Плюшкин. Так. Это, конечно, хорошо. Смотрим, что у него есть. Еще здесь есть. И здесь ужас. Я-то думал, я люблю тратить, а он любит копить. Понятно все с ним. Так, ну по героям тут ничего интересного нету. Давайте посмотрим на бездонате. 50 тысяч силы, как моя китайка. R-волна, у нас уже T-волна пройдена. На турнире мы уже добрались до 18-й. Так, хорошо, королевская битва. 12-й уровень, тоже догоняем. Ну, смотрим алтарь. Так, хранитель, понятно. Одер, нормально, тыковка, ну, не то, тоже не то, тоже не то, тоже не то, тоже не то. Пойдет, нормально, не то, не то, не то, не то, нормально, не то. В общем, как-то вот так вот. Ему тут не только ворожея надо. Ему тут надо до хрена героев. И, наверное, самым было бы неплохим это выбить ему все-таки сегодня ремочку с акцией. Ну что? Какой он гильдии? Гильдия Днепр. Мой земляк. Активно хотел сказать, занимает первые места, но бывает третья у нас тоже. Кстати, в последнее время очень хреново с битвой гильдии рандом разбрасывает. По силе просто проиграем. Так, факела 20-45, минимум на БГ 1,1% от силы. То есть вы должны набить больше, чем своя сила. Умножить, грубо говоря, на 1,1. Ну, интересно. Не знаю, зачем такая формула, ну пусть будет. Вайбер 096-990-37-5. Пишите, кидайте заявочки. Сила, а сила, я смотрю, гильдии ничего такая. Смотрите, 170 до 200, 150. Пойдет. Красавчики. Ожидал, что будут послабее. Смотрю, у него 49. Хорош. Ну, странно, что они такие места занимают. Так. Ну, поехали. Мы тут будем рады любой имбе. 450. И... Сука, где мой герой? Да ты, блядь, рандом. Хоть бери по 150 роль. Но это не моя тактика. Медуза. Есть у тебя медуза? А медузы у тебя нету. А это очень хороший, приятный бонус. Я надеюсь, на складе хотя бы тоже нету. Ну, есть только наша одна. Неплохо, уже один недостающий есть. Для архидемона пойдет. Шаман тоже хорошо. Фараон вообще заебись просто. Вот нравится мне. Я не знаю, почему так на других аккаунтах хреново падает. Дед Мороз у него есть. Спасибо, рэндом. Ну, давайте до 15к.
И можно идти курить бамбук. Поздравляю. Ну, выбили тебе то, чего ты хотел. Хотя бы не ворожея, блин, то горгула выбили. От души. Второй недостающий герой у нас уже есть. Ну, теперь можно, ребята, никуда не спешить. Просто вот так уныло, как говно жать, рассказывать. А вот если бы мне упал, чтобы я ему поставил. Сука, ну я ж не такое говно. Леди Лео. Пойдет. Очень пойдет. Забираем сразу. Рунки Леди Лео. Фрэнки, коробочка. Пойдет. Так, а Леди Лео у него вообще там была или нет? Я что-то провтыкал тоже посмотреть. Нету у него Леди Лео. Еще один, уже и плюс Фрэнки, это уже 4 героя. Да, хорош, хорош, хорош. Горгула мы ему словили, неплохо было бы ворожая вытащить еще. Блять, сегодня какой-то дикий день на вот эти вот подъебы от IGG. Так, Ара. Ара, по-моему, у него есть, если не ошибаюсь. Еще, блядь, одна Леди Лео. Да вы уже запарили. Дайте Бигфута. Ну, не знаю, как-то... Блядь, да ладно. Сразу же повторка падает. Ну, я считаю, это для тебя, блин, реально второй день рождения. Вторая повторка. Влад Дракула. Ну, сука, удиви. Ну, Триан, там ты... Ёбаный в рот. Извиняюсь, ребят, но это просто жесть. Три. Три горгула. Человек просил одного, мы ему выбили их три уже. Ну, вот что значит попёрло. Блин, я уже думал, блядь, сейчас какая-то дичь выпадет жесткая. Сука, тыква, паладин, блять, рандом, дай, сука, нихуя он не хочет давать, ребята, ну, не знаю, я считаю, роллинг очень удался, так, а что, у него яры не было, что ли, да ладно. Не, ара у него есть. Да я уже что-то вообще думаю, ни хрена себе. Поехали, поможем ему открывать карточки. Он сам этого на радостях не сможет сделать. Так, Влад Дракула нахрен ему не надо. Ара на повторку разве что. Так, где тоже на повторку. Триант на повторку. Ну вот это вот просто топ. Гаргул, Леди Лео. Медуза. Фрэнки. В принципе, набор на 30к, я вам скажу, довольно-таки неплохой. Я бы сам, если бы у меня на китайке была такая акция, сам бы сидел бы и в нее долбил. У меня Пушкин 28 карт накопил. Ужас. Вот что значит, ребята, иметь хорошую выдержку и копить вот это все, я не знаю. Я бы так, наверное, не смог. У меня на аккаунте никогда ничего не остается. Так, давайте посмотрим, что тут у него интересного есть. Блять, было бы кайфово, чтобы был 5-8. Охренеть, он туда охренел вообще. Так, так, так. Ну, талантики говнище полное. Ну, давайте. Он сказал, делай все, что хочешь на аккаунте. Грубая сила. Заебись. Гнев. Нахрен он кому-то нужен.
Так, ну все, закрываю глаза. Сменить. Бог войны надо. Ну, ожог это тоже охуеннейший талантик. Просто офигенный талант. Только вот кому его лепить у него, я вот не знаю. Франки ставить. Больше я не знаю. У него Ронина, возможно, есть смысл его придержать там. Не спешить, подождать Ронина. Может, он упадет. Ну, в принципе, я думаю, что для Ронина... Хотя, не знаю. Я бы оставил, придержал пока. На Фрэнке я бы не особо сувал, а вот я бы подождал кого-то интересного. Помучился, конечно, талант это притормозил, но вдруг что-то выпадет. Пусть пока подумает. Душику, ну не знаю. Это не то. Такой талант нельзя просирать просто так. Это либо Анубис, либо Рину, либо Стрелок, либо куча других героев. Будет офигенно смотреться. Но Гаргула смысла нету вообще никакого. Больше с таких имп у него тут никого. К сожалению, в алтаре просто нет. Тут огненки схватят вполне с головой. Ну не знаю даже. Не буду ничего делать. Напишу его, осчастливлю 3 гаргулами. Сэкономили ему нормально кгшек. Кстати, сможет он вполне реально качнуть его сразу же. Ну, у него тут книг маловато. Ну, думаю, он докачает, он плюшкин. До второй эволюции сделать его вторую аву. А, кстати, надо забрать отсюда плюшки. Карту, поход, так, 10 яиц, ну вот как-то так, не знаю, мне понравился тоже роллинг. 3 гаргула вхерачили, блин, которые реально кайфовые. Так, что, откроем карту, ну давай откроем тебе карты. Карта легендарки, акция, которую мы только что открыли. Тидик. Варлок. Ну, с карт реально, блин, тут такая дичь падает. Стой, а у тебя череп вообще есть? Череп. Черепок. Чпок. Так... Ёпаный, у него черепа нету. Нету черепа. Плакать хочется. Такая мелодия. Сейчас по-любому мы их всплакнем. Паладин. Триант. Ниндзя, Триант, Паладин, Друид, Паладин, Химка, Атлант, еще один Паланал, Рыцарь, Сучка, Тыковка. Ну смотрите, по-разному падают герои. Гарпия тоже неплохо. Смерть. Ну а где череп, блядь? Влад Дракула.
Пау, череп, бульдозер. Тут нереально просто. Я не помню, сколько я у себя их открыл, но это просто жесть, ребята. И три. Раз, два, три. Череп. Просто нереально отсюда что-то достать. Ну, и так хорошо. В принципе, нормально. Варлока достали. Повторку. Да тут все герои очень хорошо будут. Главное, что достали хотя бы Гаргула. И ни одного. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Нормальный трешовый у нас получился роллинг. Еще раз, гильдия Днепр. Факела 20.45. На БГ минимум 1,1% от силы. Вайбер 0.96, 993, 7, 5. Вступайте, кидайте заявочки. Сила в среднем где-то от 150 тысяч, где-то в этом районе. Все. Всем пока.